Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу о трех важных моментах, которые нужно делать для безопасного полета дрона. Первое – это калибровка датчика IMU, второе – калибровка компаса и третье – настройка связи дрона. Хорошая новость в том, что обычно об этом не нужно беспокоиться. Но если вы включите свой дрон и увидите ошибку IMU, ошибку компаса или качество связи не устраивает, вы захотите знать, как быстро устранить все ошибки и запустить дрон в воздух. Все это настраивается достаточно легко и выполняется непосредственно из приложения DJI Fly. По причине того, что у меня было много вопросов о том, как откалибровать компас, IMU и улучшить качество связи, я записал это видео. Если вы новичок и никогда не делали этого раньше, или если ты хочешь быть готовым к любой ситуации, то эта инструкция для тебя. Поехали! Прежде чем выйти из дома в поле и начать калибровку компаса, я начну с калибровки IMU, так как это можно сделать без сигнала GPS. Стоп, а что такое IMU? И зачем эта штука в дроне? IMU – это инерционное измерительное устройство, которое находится внутри этого дрона и состоит в основном из цифрового акселерометра и гироскопа. И его единственная цель в жизни – держать квадрик в воздухе в одной плоскости относительно горизонта. Когда дрон взлетает в воздух, ветер с разными порывами воздействует на него. Но благодаря этому устройству дрон продолжает устойчиво летать. Есть три измерения, в которых любой самолет может отклониться относительно центра своей массы. Первое – тангаж – угловое движение относительно главной горизонтальной поперечной оси инерции. Второе – рыскание – угловые движения относительно вертикальной оси. Это небольшие изменения курса вправо или влево. Третий – крен – поворот вокруг продольной оси. Но в квадрокоптере IMU заботится только о тангаже и крене, потому что рыскание контролируете вы с помощью пульта дистанционного управления, указывающего ему, в каком направлении лететь дрону. Таким образом, все то время, когда этот дрон находится в воздухе, этот маленький модуль просто постоянно делает расчеты, основываясь на том, где он находится в трехмерном пространстве, и следя за тем, чтобы лучи коптера оставались на одном уровне с параллелью горизонта. Поэтому очень важно, чтобы эта схема работала правильно. Теперь вы можете представить, что случится, если не откалибровать IMU. В воздухе дрон будет болтаться в разные стороны. IMU внутри этого дрона – это невероятно сложное устройство, и когда вы покупаете менее дорогие дроны, у них нет такого же хорошего IMU. Поэтому эти дроны в воздухе болтают, и их трудно выровнять. С помощью этого конкретного дрона DJI проделали удивительную работу. Построили невероятно сложный IMU, который будет держать эту штуку твердо, как камень в небе, даже когда ее будет бить ветер до 30 км в час. Итак, это основное, за что отвечает IMU. Для калибровки IMU первое, что вы должны сделать, это открыть приложение DJI Fly. В верхнем правом углу вы увидите три точки. Нажмите на них. Откроется главное меню с серией заголовков в верхней части. Нам нужна вкладка «Безопасность». Внизу вы увидите IMU работает. Нажмите «Калибровать». Теперь, прежде чем нажать следующую кнопку, чтобы начать процедуру калибровки, дрон должен лежать на ровной плоскости, подальше от всего металлического. Дрон нужно будет поместить в 5 позиций относительно вас, как показано на рисунке. Первое положение дрона очень важное, так как будет использоваться в качестве начальной точки калибровки, а затем все остальные положения дрона будут ссылаться на эту первоначальную калибровку. Лучи все сложены, дрон выключен, но не запущен. Положили, как на рисунке. Нажимаем кнопку «Начать». Индикатор горит желтым, это означает, что не надо трогать дрон. Когда индикатор мигает зеленым, переворачиваем в следующую позицию, как на рисунке. После окончания дрон перезагрузится, калибровка выполнена. Благодаря такой настройке IMU использует исходное положение для вычисления 90 градусов таким образом, 90 градусов таким образом, 90 градусов таким образом и 180 градусов таким образом. Выстраиваются все кардинальные точки того, насколько он может повернуться в том или ином направлении, чтобы точно определить центральную точку. После калибровки вы будете уверены, что дрон точно знает, как выглядит горизонтальный полет, основываясь на всех этих расчетах. Калибровка компаса – следующая калибровка в Mavic Mini. Это простой двухэтапный процесс, который занимает около 30 секунд.
Без этой калибровки дрон будет лететь не прямо, а немного боком. Калибровка требуется в следующих ситуациях. Первое. Полет на расстоянии более 50 км от последнего места полета дрона. Второе. Отсутствие полетов дрона в течение более 30 дней. Третье. Предупреждение о помехах компаса появляется в приложении DJI Fly и индикатор состояния дрона быстро мигает красным и желтым цветом. Компас легко подвергается электромагнитным излучениям, поэтому не калибруйте компас там, где могут возникнуть магнитные помехи, например, вблизи крупных металлических железобетонных конструкций, мосты и автомобили. Во время калибровки не оставляйте рядом с дроном мобильные телефоны и магниты. При полете в помещении калибровка компаса не требуется. Начнем калибровку компаса на открытой зоне. Открываем приложение DJI Fly. В верхнем правом углу вы заметите три точки. Нажмите на них, откроется главное меню серия и заголовка к верхней части. Нам нужна вкладка «Безопасность». Внизу вы увидите кнопку «Компас работает». Нажмите на «Калибровать» и следуйте инструкции на экране. Если индикатор состояния дрона начал мигать желтым цветом, значит калибровка началась. Удерживайте дрон в горизонтальном положении и поверните его на 360 градусов. Индикатор состояния дрона загорится зеленым. Удерживайте дрон в вертикальном положении и поверните его на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Индикатор состояния дрона загорится зеленым. Если индикатор состояния дрона мигает красным, калибровка не удалась. Измените свое местоположение и повторите процедуру калибровки. Следующий этап – это связь. Чтобы качество связи между пультом управления и дроном были наиболее надежны, антенны следует располагать параллельно друг к другу и быть направлены в сторону дрона или вот так. Если запускаете дрон над собой вверх, антенны располагаем таким образом. На телефоне должен быть отключен Bluetooth и Wi-Fi, так как это очень сильно влияет на качество сигнала. Также, если в системных настройках на вкладке «Передача» выбран режим канала «Ручной» и этот канал впоследствии загрязняется, появляются помехи, на графике отображается красным столбиком, то связь между пультом и дроном ухудшается. Поэтому ставим автоматический выбор канала. На этом все. В следующем ролике расскажу, как научиться управлять дроном Mavic Mini. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Это мотивирует выпускать более качественные видео и помогает продвигать видео на YouTube.